Всем здравствуйте! Здравствуйте, дорогие товарищи! Я рад вас видеть на канале The Best Game и рад вас видеть в игре Gaze Station Simulator. Просто невероятный симулятор, где безбожно срут, понимаете ли. Так, все готово. Сейчас, пацаны. Вот я даже не успел вас поприветствовать, а меня уже просто окунают. Окунают в местный геймплей. Надо убрать мусор за этими грязнулями, нечистотниками. Ну ладно, с другой стороны, они хоть, блин, в мусорку мусор выкидывают. Итак, сейчас нам нужно купить мастерскую, целую мастерскую, то бишь у нас теперь помимо автозаправочной станции будет еще и СТО. Я готов вас обслужить, господа. В смысле, и все, что ли? Ну ладно, действительно, у представителей власти зарплата невысока, поэтому они себе могут позволить только бутылочку пивка. И то безалкогольного, самого дешевого. Возможно, кто-то и жирует, но кто-то... Ай-яй-яй. Да, идеально, я согласен. Ох, нифига себе, вот это мужчина. Альфа-самец просто какой-то пришел к нам. Ну-ка, давайте, что жрет альфа-самец? Это что такое вообще? А, сигареты. Сишки. Ну да, это настоящий выбор настоящего альфа-самца. Так, это мастерская, насколько я понимаю. Недостаточно денег. 300 баксов она стоит. Ну и ладно, блин, будем зарабатывать, значит, отвалите. Так, давайте заправимся. Вернее, заправим автомобиль. Так, алло, что за фигня-то? Что-то подвисает это все дело. Все-таки изредка. Так, ну а это альфа-самка, да? 4 зайца. Кто не знает моих оценок, почему я измеряю привлекательность девушек в зайцах, посмотрите предыдущие видео. Так, и что, и все, что ли, на этом работа завершена? Да маме своей попибикой. Ну, пацаны, да, клиентов нет, прикиньте. В кои-то веки нам дали немного расслабиться. Все по... А, нет, вот здесь вот. А, хотя нет, это нельзя оторвать. Ну, ладно. Ну, действительно, работа завершена, сортир чистый, говна нет, мусора нет. Да просто восхитительно все, что я могу сказать. Но нам нужны клиентосы, у нас всего лишь 170 баксов, а нам надо целых 300. Можно, конечно, у дядюшки взять кредит, но я с этим обрыганом вообще связываться не хочу. Конченый беспредельщик, это я сейчас без всякой иронии говорю, без всякого сарказма, потому что, ну, сначала он бабло, типа, нам в долг дает, а потом такой приезжает, типа, где мои бабки? Ну, это нехорошо, как вы понимаете. Так, короче, тут еще один обрыган нарисовался. Ах ты ж, блин, сейчас. А, вот скотина, нет, ты посты, как так-то? Ты говно... На, тебе скотина, иди сюда, я тебя закопаю в этой пустыне, козел, блин, сволочь, ну-ка иди сюда, говно. Ну ладно, я мазила, да все, я... Унесу сам. Сорян, пацаны. Ну, сорян, я промазал. Я всего лишь один раз ему по балде попал. И то, видимо, не больно, потому что ни крови не было, ни хруста его костей, ни окрепших еще. Ладно. Пусть живет пока. Да, здорово, ребята. Так, привет, крошка. Поехали. Так, у нас уже что-то здесь застревает. То ли это игра глючит, то ли, ну, реально все застревает на этой ленте. Чё? Ты что-то украл, что ли, или чё? Да не, вроде все нормально. Пришел на кассу расплатиться. Давай, дядь, давай. Давай. О, фуфырик какой взял, а? Боярочки прикупил. Так. Сэры, уважаемые сэры. Блин. Ну, прости, дружище. Ладно, ничего страшного. Одна отрицательная оценка среди
35 положительных, ничего страшного. Так, ну снова все окей, да, всех обслужили, все нормально. Ну, обслужили в нормальном смысле этого слова, естественно. 246 баксов уже неплохо, я считаю. Я считаю, неплохо. Давайте продолжим уборку. Мы тут не закончили. Слушайте, а, наверное, опасно убирать прям весь мусор? Потому что этот же дебилоид может вернуться, ну, который Денис, или как его там зовут, или Денис, блин. И опять может нарисовать свои каракульки. Кстати, он что-нибудь успел там накалякать вообще? Ну, конечно, успел. Вот урод, а. Что за молодежь пошла? Придется красить. Так, у нас зеленая была. Да ё-моё. Я уже разучился просто это делать. Найс, красота. Вот скотина, вот скотина. Вы посмотрите, что он натворил, а. А мне теперь лази и закрашивай. Нет, здесь все окей. Так, давайте красочку быстренько ототрем тут. Оп, оп, оп. Эть, все, отлично. Чистота. Залог сда... О, уже накидали какого-то дерьмища, блин, в помещении. Ну что за люди, а? Что за люди? Не будьте таким, пацаны. Когда приходите там в пятерочку или куда-нибудь еще, вот так никогда не делайте. Так делают только последние уроды. Так, найс, выкинул. Так, так, так. А, тачка, тачка подошла, надо заправить. Отлично, отлично. Надо, наверное, еще одну парковку оттяпать. Чё ты на меня так смотришь, что? Надо, наверное, еще одну парковку оттяпать, чтобы этих дегенератов больше приезжало и покупало у нас просроченный и... даже не просроченный, а контрафактный алкоголь. Контрафактный. Вот так. Вот так будет правильнее. Так. Ну да, алкашка идет, в принципе, не... А, напитков нет, так-так-так, баба подошла, говорит, алло, типа, что за фигня, где напитки, где мой смузи? Так, вот это можно. Напитки прям хорошо идут, судя по всему, да? Ну вот так, давайте, я думаю, нормально. Так, я уже забыл, блин, как это делать здесь. Так, заказ. Отлично. Все, по дороге, по дороге. Так, да, привет, братишка, привет. Так, нам нужно сейчас использовать губку. Блин. Так, есть, взялась. Все, или еще что-то у тебя будет там? Так, стоп, 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 стоп. Не совсем, блин, понимаю. Но я же правильно делаю? Что-то нифига, короче, она не это. Не очищается, по-моему, эта лента. Так, ну, братишка нормально закупился. Так, я... Как мне почистить эту хрень-то? Но, видимо, этого нельзя сделать, пока у тебя это... Пока у тебя нет клиента. Давайте еще топливо закажем. Хотя нет, какое топливо? Блин, я дебила кусок. 67 баксов. Я все бабло влила в то, чтобы заказать гребаные напитки. Ну, бывает, что бывает. Ну, ладно, ничего страшного. Сейчас быстренько распродадимся. Что нам стоит, как говорится, дом построить? Так, ладно, ты давай не бибикай тут. Сейчас зайду, подожди, открою. Начинает вот это. Заезжай, говнарь. Так, не, это я выбрасывать не буду. Это явно нужные вещи. Так, здесь сыграть можно, понятно. Так. Найс. Все или еще что-то будет там? Нет, еще что-то есть. Так, все, да, теперь? Так, все, вали отсюда.
Давай быстрее, мне калитку закрывать надо. А то весь склад растащат. У меня там уже клиенты подъехали явно. Давай, давай. Вали. Офигеть, у него что, он задними колесами поворачивает, что ли? Как на этих, на комбайнах, знаете, Нива были такие комбайны. Так, прикрываем это дело. Колесо выкинуть нельзя, да? Так, ладно, пойдемте посмотрим, что там по клиентосам. Да надо расставить наши вновь прибывшие напитки. Потому что вот, да, вот приехал опять, говорит, что такое, говорит, что такое? Так, ну это, не все вошли к 100. Значит, нужна еще одна витрина с напитками. Блин, да что же это, как же быть-то? Дядя, что, ты ничего не купил? Ну да, только сишки взял и все. Да блин, блин. Так, отлично, отлично. Да, найс, найс, я согласен полностью, найс. Ну же, ну кто-нибудь, подъедьте, заправьтесь, ребят, я жду вас. Давайте. Мусор убран. На мастерскую пока деньжат у нас не хватает. Ну что ж, ну будем ждать, пацаны, будем ждать. А сейчас еще у нас уровень топлива низкий. Нам, по идее, бы еще топливо заказать. Поставка топлива. Так, стоп. 200 баксов, да вы чё, смеетесь что ли? Где ж столько денег-то взять, а? Ребятушки, кто ж так уже успел тут насрать? Милые мои! Ужас какой, какой кошмар. Так, ну всё, давайте заправим. Чувачка. Мне пока что кажется этот бизнес каким-то убыточным, блин. Что-то мы пашем, а денег не видно нифига. Мешки таскаем с парашей. Ну, или хотя, по крайней мере, именно бизнес-магазина. Магазинчика у заправки, он как бы не особо хорош, потому что что-то как-то с него не особо много прибыли приходит. Вот заправка, то да. Вот сейчас копа заправили, там почти 100 баксов нарисовалось. А тем временем уже шестой день, ребят. Шестой день. Уже бы пора мастерскую приобрести. А я все бегаю со шваброй, со всякими, блин, малярными инструментами, с мешками для мусора и прочей фигней. Чё, ты чисто по... О, ах ты, скотина, сволочь ты, вонючая. Кто насрал? Кто? Ты почему не донёс его до мусорки? Ты зачем насрал здесь? Урод, блин. И кинуть-то, понимаете, в него этим бананом нельзя, потому что он начнет возмущаться, типа... Блин, сишки тоже заканчиваются. Не, сейчас все. Сейчас, короче, железобетонно копим на мастерскую. Так, давайте, поехали. Нужна мастерская прежде всего, а все остальное уже потом. Топливо, да вообще пофигу там на это топливо. Так. Вроде я почистил немного эту ленту. Найс. Ну, 21 бакс всего. Ну, чё смеяться-то, блин? Да вы чё, угораете, что ли? Так, давай, дядь, на заправку. Потому что я на вас в магазине вообще ничего не заработаю. Да хотя я сейчас и на заправке скоро перестану зарабатывать, потому что у меня бензин закончится. Так, поехали. Так, $61, отлично. Нам еще 80 баксов, и мы сможем себе позволить, наконец, мастерскую.
Так, давайте, давайте, девочки, покупайте алкоголь, покупайте сигаретки, пожалуйста, прошу вас, прошу вас. Все для вас, мои хорошие. Так, а я тут пока быстренько подмету, чтобы было чисто. Отлично, так, все, девочки, девочки все приобрели, отлично, отлично. Сейчас обслужим вмиг. Ну, а все, что ли, коза, пошла отсюда, пошла вон, пошла, нищебродка. Фу на тебе. Так, что у вас, мэм? Что у вас? Сигареточки? О, это всегда, пожалуйста. Пожалуйста, курите на здоровье. Так, 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 что это? Баночка Кока-Колы? Конечно. Все непременно. И какие, набор каких-то углеводов. Да, давай, давай, пока. Пока, детка. $244. Ну, офигеть, с магазина вообще ничего не имеем. Глупость несусветная. Зачем он тут нужен? Я надеюсь, что с этой автомастерской мы хоть будем бабло поднимать. Натоптали-то, натоптали. Так, сэр, сэр, прошу вас. А, это не сэр, это мэм, да. Прошу вас, прошу вас. Так, приезжайте, да, да. Рассказывайте, чего вам залить? Так. Вроде бы она рассказала, да? Судя по всему. Да ну нафиг, ё-моё, да я как так... Пацаны, ну рука, рука дрогнула, дрогнула рука. Блин, ну вы сейчас разбогатели и купили бы себе автомастерскую. Но, увы, увы. Дрогнула рука. Я просто разволновался, наверное. Хз. Ого, это что за чудо? Ё-моё, дядь. Дядь, дядь. Ты бы завязывал такое жрать, чувак? Ты и так не очень выглядишь. До чего доводит вредная пища. Так, ну кто-то еще едет? Нет, блин, не на заправку. Жалко, жалко. Так, ну да, всякой ерунды набрал, блин. Естественно, он будет поправляться, покрываться прыщами и всякой прочей хренью. И все это всего лишь за 13 баксов, блин. Так, пожалуйста, пожалуйста, на заправку, пожалуйста, пожалуйста. Ура, 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 ура. Это наш клиент, пацаны. Ну все, автомастерская у нас в кармане. Давай, 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 давай. У-ху. Так, ну сейчас-то я точно не обосрусь. Сейчас все будет как в лучших домах. Да, в смысле? А, больше нет топлива, блин. Нет, нет, не товары. Топливо. Ну все, опять минус 200 баксов, че. Ну вот мы так и перебиваемся. То есть наше предприятие реально работает просто в холостую. То, что заработали, блин, заказали товар, там, бензин, блин, и прочую фигню. Что-то... Ой, он где-то впереди еще едет. Ладно, давайте на магазине, может, что-нибудь заработаем. Привет, красавчик. Так, ну этот нормально набирает, слушайте, пацаны. В смысле? А, нет, это я перепутал. Понятно, понятно, ладно, ладно. Забейте, забейте, это просто у меня это... Приступы шизофрении. Популярность 60%, что бы это значило? Наконец-то Бенз подъезжает. Давай, давай, блин, раскочегаривай свою лохмопудру. Бензин нужен, страсть как. Давай, давай, пшел, пшел, быстрее, быстрее, блин, дерьмоед. Да дави его, дави, ублюдка. Сейчас он пока подъедет, блин, полвека пройдет. Ох ты ж, ёшкина вошь. Приберемся, пацаны. Нехорошо как-то. Так, здесь какие-то уже лютые въевшиеся пятна. Так, отлично. Ну же. Во, найс. Так, 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 сейчас, дядь, подожди пока за кассой. Сейчас я здесь бенз включу. Найс.
Так, здорово. Здорово, мужик. Ну, че там у тебя? Так, у него 7 товаров, это неплохо. Слушайте, пацаны, а вам не кажется, что, допустим, вот эту корзину все-таки логичнее было бы поставить после сканера? Или тогда бы весь шарм этой мини-игры пропал? Трем. Найс. Давай, братишка, давай. Блин, как кого-то он мне напоминает, этот дядя. Не помню, правда, кого. Так, сэр, что? Жажда замучила, я смотрю. Давай, братишка, давай, пока. Ну и все, я просто так ленту протереть не могу. Только тогда, когда на ней товар. Так, бензик привезли, слили наконец-то. Отлично, 58. Так, $150. Ну еще ровно столько же и автомастерская у нас в кармане. Рыбу, блин, кто-то выбросил. Зачем? Слушайте, а может что-нибудь можно делать с этим мусором? А? Кто мне подскажет? Кто мне подскажет? Кто расскажет? Где она? Где она? Ё-моё, а чё срач-то такой? Так, быстренько шваберкой, шваберкой, шваберкой поработать надо. Отлично. Тут какие-то, блин... То ли... Чё это вообще такое? Чё это за хрень? Непонятное. Так, здесь тоже, блин, насрали. Давай, 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 давай. Прибираемся, прибираемся. Так. Так, тут вроде чисто. Чё там в сортире? Так, в сортире тоже надо прибраться. Ну, хоть не насрано. И то, как говорится, слава богу. Угу. Блин, сишки заканчиваются. Не, ну все, пацаны, никаких сигарет, пока не будет приобретена эта автомастерская. Я не буду пополнять запасы склада. Все равно с него дохода вообще ни хрена нет. Ну абсолютно никакого. Давай, братишка, пока. Он там приносит, блин, по 10, максимум 20 баксов. Ну нафига, нафига такой бизнес-то? Так, нет, это болты какие-то, их нельзя это почистить шваброй. Так, здесь вроде все чисто. Так, есть, наконец-то, наш лучший клиент. Это тот клиент, который приезжает заправлять свою колымагу. А этот еще и с иракезом, так что, ну... Здесь двойное комбо, как говорится. Отлично. 221, еще 80 надо. Так, в магазине никого. Ну давайте, ребят, давайте. Ну же, ну же. Где вы? Где вы, родные? Блин, интересно, а вот это все дерьмо вообще можно как-то выкорчевать, что ли, вырвать? Сделать здесь какую-то, я не знаю, там, красивую клумбочку. Вот это что такое валяется? Что это за мусор, блин? Вот здесь клумбочку можно сделать. Ну да, пока что наша автозаправочная станция выглядит ну так себе. Несмотря на то, что мы ее так красиво покрасили. Так, слушайте, а вот это вот красится или нет? Ну-ка. Слушайте, красится! Давайте-ка поработаем. Оп, таким же зеленым цветом. Только аккуратненько. Не насрать. Вау! Слушайте, ну это вау, конечно. Вот это вау! Так, а здесь белым, да, здесь белым делаем. Так, не-не-не-не, не то выбрал. Валик. Нам нужен валик. Так, да, здесь белым. Да иди твою мать, не... Блин, я не то сделал. Ладно, потом перекрашу. Давай, подъезжай, дорогой. Сейчас все сделаем. А, это дорогая, ну тем более тогда. Так.
Пожалуйста, мэм, пожалуйста. Всегда рад помочь. Всегда рад помочь. Так, что я сделал? Я, короче, крышу покрасил белым, а она должна быть оранжевой. Но я просто думал, это будет изнутри покраска. Я хотел тоже беленькое сделать, как у нас и везде. Так, ладно, эти подождут, ничего не обсерутся. Давайте перекрасим по Шурику. Так, нам нужна оранжевая, яркая, если я не ошибаюсь. Во, отлично. Все, ну теперь кайф, пацаны, ну кайфово, согласитесь. Офигительно просто. Так, 267. У нас тут уже очередь небольшая образовалась. Я надеюсь, что они сейчас наберут хотя бы баксов на 40, чтобы мы могли эту автомастерскую уже наконец приобрести. Блин, с голодного мыса. Ну все, это на 30-ку взяла, отлично. Следующий, пожалуйста. Пожалуйста, следующий. Блин, ну нифига себе, слушайте, жирные клиенты пришли, ребят. Офигеть, да сколько там у нее? 10, 10 товаров, еще и чаевые почти 4 бакса, ну 3,5, если быть точнее. Так, давай, крошка, что у тебя? Конфетки или презервативы? Отлично, все, наконец, все, идите все в пень дырявый, я покупаю эту мастерскую. Оу, oh, е. Yeah. Сейчас стопудово будет звонить дядя. Так, клиенту топливо, да-да-да-да. Бегу-бегу, сэр, бегу. Так, 51-104, блин, на заказ топлива пока не хватает, пацаны. Так, ну погнали посмотрим, что мы хоть купили-то. Новое письмо, ну это да, это дядя будет звонить. Так, дождитесь, пока клиент покинет автомобиль, нажмите кнопку на подъемнике, используйте свои навыки, чтобы увидеть, какие области требуют вашего внимания. Так, нужный инструмент, пополнение запаса. Ё-моё, еще и, короче, надо будет эти запасы пополнять в автомастерскую. Ну чё, отлично. Так, и чё? Зачем, зачем, зачем? Ждите клиента в мастерской и почините его машину. Окей, ждем, ждем. Может, мусор пока вынесем? Устроили тут срач, понимаешь ли. Так, клиент на кассе один стоит, да? Ладно, ничего страшного, подождет, блин. Блин, 104 доллара. Нам очень-очень нужна сотка баксов. Во, 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 да-да-да, заезжай, дружище, заезжай, ага. Так, ну что у вас, что там, что случилось? Жидкости поменять. Что сделать надо? Так, поехали. Так. Ремонт. И чё? Чё надо сделать? Так, чтобы взять... Это чё вообще такое? Зеркала. Я просто не понимаю, что ему надо ремонтировать. Но я могу колеса ему снять и выкинуть их в помойку, например. Все, я... Так, вот это колесо, да. Так, взять. И чё? Так, ну, чтобы открутить колесо, наверное, нужен ключ, да? Так. Нет, не откручивается, пацаны. Ну,
Я хызы, как бы, как отремонтировать колесо-то ему? Да блин, ну я не знал, как твою тачку вонючую ремонтировать, урод ты эдакий. Ладно, пойдемте почитаем, может, дядька что хорошее написал. На этот раз, может, дельный совет какой-нибудь дал. Так, да, здравствуйте, господа, здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу автомастерскую-заправочную станцию. Найс. Давай, давай, давай. Слушайте, ничего такая. Сколько зайчиков? Во. Ну, три. Три зайчика. Три зайчика, пацаны. Так, давай, погнали дальше. Какой-то извращенец по виду. Что случилось? А, популярность выросла. Отлично. Популярность выросла, а место по-прежнему, блин, какая-то пердяевка. Ничего не происходит. Угу. Так, уровень топлива низкий. Да знаю я, что низкий. Сейчас, поди, вот этого заправим. Он нам отвалит деньжат, и мы закажем бензу. Так, нет. Не особо он нам деньжат отвалил. Так, почта. Мастерская и заказ запчастей. Ничего. Ничего нового нам дядя не сказал. Ну, я, честно говоря, не понял, как ремонтировать тачки, пацаны. Сорян. Закажите запчасти для авто. Да на какие шиши я их закажу, блин? 3, 2, 1. Ремонт. Ну окей. Колесо целое. Так, вот это, вот с этим колесом что-то не так. Ну, я надеюсь, у нас есть какая-то это. Угу. Так, давайте попробуем. Так, окей, ладно, я... ну все, я понял. Вот, шины, надо их заказать, короче говоря. Понятно. Пока что у меня колес нету, да? Я же правильно понимаю? Нет, вот есть. Берем. Так, 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 пацаны, ну-ка подождите-ка. Так, что надо сделать? Блин, я понял. Ща. Дальше чё? Ё-моё, да ну нафиг! Так, чё потом? Так. Новое ставим. Так. Ну чё, отлично. Так. Давайте посмотрим. Здесь все свеженькое, все хорошенькое у него. Ну вот дверь еще красным горит. Сейчас, подождите. Так, хотя это тоже вроде красным горит. Да не, остальное вроде в порядке. Давайте спускаем его, короче. Отлично, 80 бакинских. Слушайте, прибыльный бизнес, пацаны. Нормально, нормально. Все, ща мы станем миллионерами. Где колесо вонючее? Выкидываем его. Так, господа, здравствуйте, здравствуйте. Сейчас станем миллионерами. Все, я, короче, прочухал. Я прочухал эту жизнь. Сейчас все попрет, пацаны. Весь этот магазинный бизнес — это просто реальная фигня абсолютнейшая. Зарабатывать надо на заправке автомобилей и на их ремонте. Причем, знаете, я бы еще добавил такую механику, как навалить гвоздиков.
Ну, знаете, так это... Приехал чувак просто заправиться, а тут ему... Опа! Насыпали гвоздей. Нормальная тема. Ну и не забывайте о тех механиках, которые я уже предлагал, типа похищение человека там и разборка его машины на запчасти. Это тоже, по-моему, офигительная тема. Блин, я надеюсь, что мододелы сделают такую фигню, будет реально прикольно. Ты чё тут? Так, ладно, ладно, не это, не тренди, блин. Насрали тут, а теперь еще это, ходят, блин, выпендриваются. Да все, я убрал, вернись, козел. Ой, ладно, блин. Так, давайте. Уровень топлива низкий. Да знаю я, что низкий. Не на что пока его взять. А, нет, я его заказал. Топливо я заказал. Так, что, здесь есть кто? Да, заезжай, заезжай, братишка. Давай, 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 побыстрее чуть-чуть. Хотя, подождите-ка, с другой стороны, блин. Мы, короче, поменяли этому хрену колесо. Заплатил он нам 80 баксов. И буквально за, наверное, 3 минуты до этого мы смотрели, сколько стоит колесо. Стоило оно 60 баксов. Но нам игра говорила, что это невыгодная цена. Но тем не менее, мы что, в прибыли всего лишь на 15 баксов? Так это тогда невыгодно нифига менять колеса этим уродам. Так, ну все, здесь я уже мастер, конечно. Здесь я уже мастер. Так, снимаем. Интересно, а за скорость здесь доплачивают? Ну, типа, чаевые идут? Хотя, наверное, быстро выполнять здесь невозможно, потому что игра, блин, глючит. В смысле, не глючит, а как-то криво, кривовато работает. О, еще одно. Дамочка, да где ж вы так ездили-то, а? Хотя женщина за рулем. Женщина за рулем — это все равно, что обезьянка с гранаткой. Кстати, заметьте, дисковые тормоза сзади стоят. Тачка, наверное, я не знаю, по виду это год 50-й, блин. А уже дисковые тормоза. Здесь еще надо дверь починить, я так понимаю. Но я, наверное, еще не умею этого делать. Так, это зеркала. Интересно, а чем двери чинят? Ну-ка, давайте попробуем молотком починить дверь. Нет. Молотком дверь починить не удается. Так, коробка. Ну, я хызы. Наверное, здесь пока что только колеса можно менять. Больше ни хрена делать нельзя. Ну да. А, ну да, типа ей не понравилось, короче. Что-то ей не понравилось. Не знаю, что, правда. Может, то, что я ей дверь не починил. А может быть, она услышала, как я ее оскорбил, назвав обезьяной с гранатой. Ну да ладно, это не суть уже. Так, погнали, погнали, погнали. 273 бакса, ну это, конечно, это... Ни о чем. Так, а мы здесь можем прибраться? И вообще, нормально ли это масло щеткой стирать? Так. Приехал бензовоз наконец-то. Да сейчас, сейчас, не орите, уроды. Так, здравствуйте, сэр, здравствуйте, здравствуйте. Но все-таки кого-то мне этот мужик напоминает, пацаны. Так, отлично, $18. О, он мне... Это же этот, ёптыть, как его? Илон Маск, Илон Маск, блин. Вспомнил наконец-то, думаю, что за рожа такая знакомая? А это Маск. Так, 50 бакинских, неплохо. $344, возможно, возможно, стоит заказать жрачку. Потому что у нас полка с сигаретами, наверное, вообще уже пустая. Алкашка есть? Ну да, сишки заканчиваются. Давайте по сигаретам пробежимся.
Так, автомобильные запчасти. А, вот. Все, я понял, что они хотели. Им на двери нужно было удалить царапины. Я понял, я понял. Так. Давайте... Блин, дорого, типа $65, офигеть. Ну да, это реально дорого. Все, пока что хорош. Одно колесо закажем. Больше не надо. Так, и давайте магазин пополним. Так, товары. Алкашку, алкашка неплохо идет. Так, вот это. Вот это и сигареты. Сигареты тоже отлично. Премиум табак, пацаны. Премиум табак. Так. Все, найс. Заказали все. Осталось $11. Это просто ни о чем. Господи, да мусорят и мусорят. Что за люди-то такие? Так, опять лента, что-то мозга канифолит. $5, блин, ну чё это за фигня-то? Это не бизнес, нифига. Этот как-то припарковался странно вообще. Что хрен, вернее это, что хрен дотянешься до... топливно-заливной горловины. Так, клиент в гараже еще. Бежим, бежим, бежим. Надо, кстати, гаражик-то это привести в порядок. Так, все, ремонт, погнали. Ну вот это убираем сразу. Благо колесья есть. Так, взик, 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 взик. Так. Взик, 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 взик. Так, отлично. Так, царапин вроде бы нету. На этой стороне, по крайней мере. На этой вроде бы тоже нету. Так, а вот колесо-то дырявое, блин. Ё-моё. Последнее колесо осталось у нас на складе. Короче, колеса это очень частое явление, но при этом оно, ну, очень дешевое. Просто, ну, вот вообще всего лишь $15 мы наживаем на колесах. Так, где зеркала? Тут были зеркала. Да ёп! Я его взял? Да, вроде бы взял. Так. Оп. Красота! $260. Очень неплохо. Очень неплохо. Так, товар на подходе. Отлично. Так, давайте сначала крошки. Бензику нальем. Давай, пока. Нифига, сколько винища. $17. Я вообще не понимаю, блин, на чем здесь деньги делать? Ну, абсолютно какие-то беспонтовые эти. Беспонтовые заказы. Надо еще мусоровоз заказать. Что-то уже, блин, полный бак. Всякой шлянди. Так, найс. Так, вот это надо вытащить. Господи, столько дел, столько дел. Так. Отлично. Здравствуйте, здравствуйте, офицер. Говорите, что вы хотели-то? Никак пожрать? Nice. Да, согласен. Так, доставщики приехали, да?
Так, ладно. Разбибикались, уроды. Заезжай, заезжай. Так, это у нас автозапчасти прибыли, да? И чё, их сюда же тараканить? Судя по всему, да. Так, задание выполнено. Ну все, вали. У меня следующая машина под разгрузку стоит. Здорово, дядь. Сейчас заедешь. Так, подойдите к полке, взаимодействуйте с ней, чтобы разместить товары. Окей. Да там, блин, одно колесо приехало всего-то навсего. Так, а вот здесь вот с сишками и с алкашкой надо будет повнимательней. Так, все, что ли? Все, давай, вали быстрее. Кэзил. У-ху. Блин, пока он сейчас раскорячится, пока сядет, пока заведет. Время, деньги, дядя. Так, все, он успел уехать. Валим отсюда. Так, клиент у гаража, у скла. Ё-моё, на кассе двое. Так, ну я сначала заправлю, пацаны, извините. Ваша касса подождет. Вы там опять, блин, на 5 баксов купили. А выпендриваться будете, как будто приобрели на 205. Лента еще, блин, все время застревает. Собака серая. Давай, давай, ладно, все. Ты пока будешь сейчас там показывать мне. Пальцы там. Сиськи, письки. Так, отлично, отлично. Давай, 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 удачи тебе, дядя. Мне некогда с тобой рассусоливать стоять. Так, колесо. Разместить все, отлично. Так, что у тебя, дядь? А, ты же мне пока еще не говоришь, что у тебя. Так, колесо в порядке, колесо в порядке. В порядке. В порядке. Так, колеса у тебя в порядке, дядь. Ага, дверь. Дверь. Так, 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 так. Берем. Найс, nice. Так, что еще? Зеркало, зеркало, да, зеркало надо, блин, быстрее, 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 зеркальце, зеркальце. Так, 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 эть, 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 эть. Опа! Ой-ой-ой-ой, где ж ты так, дядя? Эть. Найс. Nice. Так, 210 бакинских срубили. Уровень топлива снова низкий, но у нас как бы 700 баксов, так что сейчас закажем. Так, доставка, топливо, соточку, заказ. Эть, поехали. Nice. Так, выполните все задания, чтобы получить возможность модернизировать АЗС. Понятно. Так, автомобилей 11 заправить, обслужить клиентов 25 и отремонтировать 5 авто. К 100. Насчет ремонта авто. Слушайте, ну надо, наверное, какую-то другую... Не, хотя нет, оставим ту же цветовую гамму. Мне нравится это. Это прикольно. Зеленые стены, оранжевая крыша. Это просто офигительно, я считаю. Так. Да блин, заляпал. Отлично. Отлично. Слава богу, здесь, блин, в мастерской никто не защищался от зомби. Окна не заколочены досками. Не пришлось их отрывать, блин, полчаса. Тратить свое время. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, отлично. Так, касса 2, уровень топлива низкий. Да сейчас там приехало уже топливо, надо разгрузить просто. Я тут занят, блин, малярные работы.
Слушайте, а этот чувачок-то, который, блин, бегает, Денис-то, он теперь ведь и мастерскую нам попытается испохабить. Теперь его и здесь надо поджидать, блин, с огромным елдаком. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Стараемся не разбрызгать. Отлично. Красиво, пацаны. Ё-моё, да когда-нибудь это закончится, покраска-то? Так. Тише. Аккуратненько. Замечательно. Замурчательно. Блин, насрал все-таки. Ну, все-таки, вот эта механика скучновата, ну, серьезно. Еще уборка я туда-сюда могу понять. То есть бегать со шваброй и все такое, да, наверное, это весело. Говно, когда у вас там лежит в сортире просто посреди, блин, ну, комнаты, посреди помещения. Ну, а вот так вот красить, ну, как бы один раз сделали бы, ну, и хорош поди бы, как бы. Так, сейчас открою вентиль. Так, бежим дальше, тут уже очередь. Извините, да, я один, простите, сэры, мэмы и прочие личности. Давай, удачи, так, пойду заправлю. Ой, что-то совсем мало бензина взял. Так, здравствуйте, да. Тихо. Ну, видите, я еще стараюсь торопиться, чтобы, ну... Чтобы, типа, знаете, там... Клиент долго меня не ждал. Так, какую-то какашку, не знаю, выкинул, не выкинул. Удалось, не удалось. Так, давай, пока. Так... Так, найс, сишки. Так, вот это, ну и вот это. Отлично, теперь сигаретный запас просто километровый. Блин, всякие снеки надо еще заказать. Ну, благо деньги есть, сейчас закажем. Здесь проблемы большой нету. Так, в контейнер. Все, да, типа? Так, давайте заказ, поехали. Нет, вот чё? Да ё-моё, чё, удалить что-нибудь тогда? Так? Нет. Все, отлично. Снеки заказали. Так. Товаров больше нет. Ну, вот этот по 30 баксов, давайте его выставим. Так, вас заправить. Блин, опять я... Ну, извините. Мискликнул опять. Блин, такого клиента потерял. Бабенция там явно баксов на 100 хотела заправиться. Ну и я обосрался, естественно. Так, ладно, давайте попробуем здесь наверстать упущенное. Так, чё у вас? Так, ну у вас колесо, я понял. Я надеюсь, не все 4 у вас пробиты, потому что у меня просто колесев на вас тогда не хватит. Взинь. Снимаем. Ставим. Взинь. Отлично. Отличная работа. Так, зеркало. Зеркало вроде в порядке. Так, еще одно колесо у него. Взинь. Ну, на колесах мы вообще нифига не зарабатываем. Реально, времени тратится очень много. То есть вот это вот открутить, снять, поставить, закрутить. А зарабатываем всего лишь 15 баксов. Это просто, блин, вообще ни о чем. Так. Давай, пока, дядя.
Здравствуйте, сэр. Че у вас? Сигаретки курим, значит, да? О. Нифига, он сколько табака набрал. $33. Ну, я не понимаю, как здесь можно делать деньги на этом, магазине. Это просто ни о чем реально. Глупость какая-то, абсолютный бред, я считаю. Доставка до ворот склада, что-то там приехало, да, типа. Так, что я заказал? А, снеки я заказал. Хотя они нафиг не нужны. Ну, наверное, это как-то влияет там на популярность или на что-то еще, типа. Но, по сути, это полная ерунда. Магазин невыгоден. Просто вот наши заправки, да, реальные, в нашей суровой реальности, в нашей суровой России, ну там, я не знаю, если что-нибудь сравнить, там Энергетик, да, всем известные марки, блин, он там стоит в 2 раза дороже, чем, допустим, в той же Ленте. А если в Ленте идет акция, то в 3 раза, блин, дороже. Ну как бы, ну чё это за... Почему здесь не так, я не понимаю. Так, подождите-ка, пацаны, здесь надо доделать дела. А, нам белый, пожалуйста. То все грязненькое такое, ну как-то нехорошо. Блин, вот тороплюсь, волнуюсь, знаете ли. Найс. И вот сейчас, казалось бы, у нас на руках 700 баксов. А что эти 700 баксов? Мы сейчас, блин, закажем 10 этих колес. Ну, то есть то, что меняют чаще всего, блин, на нашем СТО. И все, и денег не будет. Смысл какой? То есть мы опять ни хрена не заработали, получается. Так, давай. Так, все, давайте там клиенту топливо надо бежать, потому что они много денег приносят. Не будем заставлять его ждать. Эти типы подождут у кассы. Абсолютно бесполезные покупатели. Абсолютно бесполезные клиенты. Так, ну давайте. Так. Отлично. Здравствуйте, господа, блин, халявщики. На сигаретах тоже мы нифига не... Ай-яй-яй-яй-яй. Да ладно, я тебе ее бесплатно, блин, отдал. Дура тупая. Она же через сканер не прошла, эта упаковка. А значит, досталась ей бесплатно. Она еще что-то мандит там на меня. Тихо-тихо. Так, нифига себе, коп набрал сколько? $55. Вот это уже нормально. Вот это уже нормально закупился. Здесь вообще разговора никакого. Ну а этот тип сейчас, блин, долларов на 10 возьмет, да? Да, на 7 даже, офигеть. Ну чё смеяться-то? Так, все, никого нигде нет. Давайте быстренько здесь приберемся. И, наверное, пора заказать все-таки автомобильные эти. Автомобильные колеса. Так, доставка, автомобильные запчасти, шины. Почему шины, когда это колесо, блин, полноценное? Ну, штук 6 возьмем, а что делать? По-другому никак. Заказать. Так, что у нас по алкашке? Ну, алкашка есть... Сишки, в принципе, тоже пока есть. Снеки есть, напитки есть. Так, да. Да блин, ну опять мисс кликнул. Ну какого хрена? Все время забываю. Ладно, ничего страшного, ничего страшного. Пойдемте дальше красить мастерскую лучше.
Так, о, так, а здесь клиент. Не, у него колеса, а у меня колес нету. Вот весело. Ладно, подождешь. Подождешь пока. Пока что ждите. Запчастей нет, а что делать? Что делать, да? Вот так вот, сурово. Так, может, кто-нибудь заправиться хочет? Нет, никто не хочет. Так, 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 беги, бежим, 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 бежим. Оп. Ну, реально, блин, говно полное. Столько действий. Огромное просто количество какой-то мышиной возни из-за $15. Ну, это несправедливо. Это надо фиксить. Реально, это надо фиксить. Так, вали отсюда. Давай, 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 вали, вали, вали. Засранец. Так, побежали в гараж. Так, сейчас, дядя, подожди. Так, разместить все. Ну, все, теперь все колеса у нас есть. Ну, как все. 6 колес у нас есть. Так, найс. Оп, 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 оп. Детали для ремонта 3. Ага, то есть нам все-таки здесь... По-моему, раньше не было этой фигни. Или я не замечал. Ну, хотя, блин... С моим рассеянным вниманием это запросто. Так, отлично. Так, еще какие-то две деталюхи ему надо отремонтировать. Давайте посмотрим. Зеркало. Зеркало надо отремонтировать ему. Так. Оп. Оп, 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 оп. Ну, красота. Ну, согласитесь, красота. Так, что еще? И еще одно зеркало. Офигеть, дядя, где ж ты такая? Зеркала-то, кстати, тоже заканчиваются. Надо заказывать. Не знаю, вот почем, правда, зеркала, что я не обратил внимания к 100. А стоило бы. Так, ну... А, зеркала по сотне. Зеркала по сотне. Все, понял. Понял, услышал. Так, клиент топлива, клиент касса. Бегу, 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 бегу. Так, сначала топливо. Потому что там бабла больше. Так, отлично. 40 баксов. Здравствуйте, здравствуйте. Это-та-та-та. Чуть не ускользнули, блин. Чипсы с паприкой. Так, ну это уже жирный какой-то клиент. Прям нормально набрал. Тоже, наверное, баксов на 50, на 60. Да, 62 бакса. Давай пока, пока, крошка. Так, здесь никого. Там никого. Ну все, я думаю, в принципе, на этом мы закончим. В принципе, осталось отремонтировать две тачки, обслужить еще 17 клиентов и заправить 7 автомобилей. И мы сможем модернизировать нашу великую АЗС. Ребят, вам спасибо огромное, что были со мной. Не забывайте подписаться на канал. Естественно, оставляйте свои комментарии. Я буду рад всем и каждому. Ну а сейчас всем пока, удачи и до скорого.